Всем привет! Меня зовут Ирина Воронич, агентство Grand House. Сегодня вашему вниманию хочу предложить дом с чудесным участком разработанным. Дом площадью 390 квадратных метров, двухэтажный. Фундамент – монолитная плита. Стены из газобетона 250. Сам дом очень уютный. На первом этаже выполнена полная чистовая отделка, не хватает только дверей. На втором этаже некоторые комнаты готовы, выполнена предчистовая отделка, а какие-то комнаты подготовлены. Положить только ламинат и потолок. Сам дом расположен в деревне Вяхтелево. Это в минутах 20 езды от города Павловска. Расположение удачное, довольно тихо. Посмотрите. Солнышко. Участок разработан. Цветут вишни. Пойдемте в дом, посмотрим, что там. Так, у нас предбанник такой небольшой, коридорчик. А в доме у нас свет, газ, канализация, теплые полы на первом этаже. Высота потолков у нас получается здесь 3 метра. Здесь планировались шкафы. Большие шкафы гардеробные. На первом этаже выполнена вся полностью с отделкой. Только не хватает дверей. Это у нас кухня. Кухня-гостиная. Смотрите, как просторно. Большой зал. Можно собираться большими компаниями, большой семьей. Второй выход, выход во двор. Смотрите. Большие окна делают помещение более просторным и уютным. Давайте посмотрим, что у нас, куда уходят эти окна. На участок. Участок разработан. Цветут вишни, яблони. Общая площадь дома 390 квадратных метров. Сам дом находится в поселке деревни Вяхтелево. Документы к продаже готовы. Здесь у нас получается такая, как кладовая, умное пространство, да, под лестницей. И здесь у нас большая обстановка. Большая ванна с душевой кабиной.
Там у нас получается выход в гараж. Тут темно у нас. Сейчас. Так. Ручной подъемник у гаража. Здесь установлены котлы. Электрический. Стоит бойлер, газовый котел, бойлер на 200 литров, установлены радиаторы, гараж отапливаемый. Так. Следующее у нас получается... У нас санузел. Высота потолков напоминает 3 метра. Здесь у нас спальня. Большие светлые окна. Большие окна. Комната светлая. Сейчас уже вечер. Солнышко садится. Второй этаж. Так. Второй этаж выполнена предчистовая отделка. Санузел. Плитка на полу. Установлен унитаз. Ванны, раковины нету. Потолки гипса, картон. Так, здесь планировался шкаф, можно сделать удобный. С полочками. Это кладовая небольшая. Здесь необходимо положить только ламинат, потому что потолки уже выполнены из гипсокартона. На полу стяжка. Пойдемте дальше. Здесь небольшая спальня. Люди, можно сказать, на чемоданах, поэтому не обращайте внимания на количество вещей. Потихонечку собирают, готовятся к переезду. Здесь у нас получается поклеенные обои. Необходимо доработать потолки. Сделана разводка, свет. Эркер. Небольшой. Давайте посмотрим, что он, какой у нас вид из окна. Входная дверь. Довольно тихо. Здесь получается необходимо сделать стяжку и потолки. Следующая комнатка у нас полностью подготовлена под
Чисто выполнена предчистовая отделка, подчистовая. Вытянута стена, отшпаклёвана. Сделана стяжка. Потолки. Дверных откосов нету. Двери не установлены. Такая же, можно сказать, зеркальная комнатка. Два окна. Тоже выполнена подчистовая отделка. Необходимо сделать стяжку. Потолки. Следующая комната у нас спаленка. Можно сказать, гостевая, поклеенные обои. Тут тоже эркер, комната довольно светлая. Так, на полу стяжка и потолки. Если вас заинтересовало данное предложение, а оно по-любому вас заинтересует, пишите, звоните, телефон в комментариях, в шапке профиля. Отвечу на любые ваши вопросы касаемо данного объекта. Всего доброго, до новых встреч, до связи, пока!